Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему, выйдет ли загаданный человек на связь. И если выйдет, то посмотрим, что же он вам скажет, с чем же он придет. У нас будет три позиции. Первая, вторая, третья. Выбирайте свою, загадывайте человека или троих. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу. Тайм-код будет указан в описании под видео. И начиная с первой позиции, давайте будем смотреть, выйдет ли к вам на связь загаданный человек. Так, сначала давайте посмотрим, что же между вами сейчас. Почему же молчит человек, почему вы молчите, что провоцирует вот эту вот паузу. Что сейчас между вами? Пентакливый король. А здесь либо вы при другом мужчине, либо же он в данном случае является мужем, либо постоянным спутником, отцом, тем человеком, который взял на себя ответственность. И здесь не собирается он ничего менять. Но дело в том, что, знаете, здесь и терять-то он вас не хочет. И вы тоже не готовы его терять. Кого-то могут связывать рабочие, деловые отношения, то есть вы вот именно по работе как-то взаимодействуете. У многих отыграется то, что человек, в принципе, готов вкладываться как-то в ваши отношения, но здесь менять он ничего не готов. Ни вашего короля Пентаклева, да, если вы замужем, если вы при постоянном партнере, он не готов его с места сдвигать. Не сам он не готов отказываться от своего статуса, который он имеет. Поэтому здесь вот четко несвободные отношения, либо же наличие вот соперников-соперниц. Так, давайте посмотрим, что думает он об этой ситуации, которая между вами. Вы знаете, он хочет, чтобы все было по справедливости. И здесь у большинства отыгрывается то, что он при женщине, здесь мечовая королева, но она, собственно, и вас может символизировать, знаете, в той позиции, что вы холодны. Вот он видит вас сейчас как снежную королеву. Он воспринимает ваше поведение как такое, что вы отстранены и на какое-то тепло, на какое-то теплое общение не готовы. Но он настроен на сближение с вами. Он настроен просто, видимо, вы где-то резки, холодны. Это первый момент. Второй момент. Он не готов нарушить вот эти вот рамки приличия. Он не готов идти против справедливости. Взаимодействие хочет, но здесь весьма в ограниченном формате, в ограниченном порядке. Не планирует ничего рушить, никому мешать. А выйдет ли он на связь? Да, он выйдет на связь. Причем он выйдет на связь благодаря тому, что между вами есть какая-то основа, которую можно брать вот именно за базу, за фундамент. Допустим, вы работали вместе, да, либо какое-то общее дело у вас есть, либо, может быть, какой-то разговор, который вас связывает. И на сегодняшний день он просто не знает, как подойти. Нет повода для того, чтобы вот этот разговор продолжить, вот эту тему развить как-то. Поэтому он выйдет обязательно на связь тогда, когда у него, грубо говоря, все карты будут на руках, когда он будет вот именно в том состоянии, что действительно он может найти вот этот повод для своего проявления. На сегодняшний день он просто не понимает, с чем он может к вам прийти. Потому что, повторюсь, здесь вот эти вот границы, которые он нарушать не намерен, они для него важны. И что же скажет, когда придет? Вы знаете, здесь вот именно про чувства скажет. Здесь про чувства, здесь он хочет восстановить отношения, он понял свои ошибки и готов как-то их исправить. Он придет вот именно с примирением. Он придет именно с тем, чтобы возродить ваши отношения, возобновить. Он придет вот именно с разговорами о чувствах, с разговорами о том, что без вас ему больно, тяжело, сложно. Поэтому здесь однозначно человек придет с примирением, человек придет с возобновлением ваших отношений, придет вот именно с чувствами. Единственное, что, скорее всего, здесь отношения будут иметь любовный формат.
не намерен он, как я уже сказала ранее, ни вашего императора с места двигать, ни сам свой статус, титул терять, да, если у него семья находится на своем месте. Поэтому придет человек, обязательно объявится и придет с чувствами. Знаете, у многих еще может отыграться как... Вот если все свободны, да, вот еще такой вариант может быть, что он ваш начальник-руководитель. Здесь важно соблюдать субординацию. Вот еще как может отыгрываться вот этот вот пентакливый король и справедливость. Здесь могут быть вот именно деловые рабочие отношения, но человек придет и придет с чувствами. Благодарю единичек за просмотр. Буду рада обратной связи, благодарна за нее. Итак, идем к двоечкам. Что сейчас между вами... Почему эта пауза? Что мешает вообще? Что между вами сейчас? Скука, грусть, тоска. Непонимание того, как дальше действовать. Те выходы, которые вы видите, они вас не устраивают. Те, которые могли бы устроить, вы просто их не видите. У многих здесь расстояние, у многих здесь вот именно дистанция, разные города, разные страны. Но дело в том, что здесь опять же шестерка пентаклей, очень часто идет взаимодействие по различным вопросам. Либо совместное дело какое-то, либо взаимопомощь, вот что-то такое, что даже могут быть общие знакомые. Но на сегодняшний день вот большинство на расстоянии и скучают. Скучают, не понимают, как проявиться. Ждете повода для того, чтобы по какому-то делу, по какому-то такому, знаете, важному вопросу проявиться, но этого повода пока может и не быть. Что думает человек о вас, о сложившейся ситуации? Нужно обязательно начать с чистого листа, возобновить ваше общение. Но не понимает он сам, чего хочет. Вот здесь, знаете, во-первых, идет хаотичность, идет что-то такое, что... То есть такие отношения, которые не имеют каких-то жестких рамок и обязательств, да, то есть общение хочу, но так, чтобы меня не напрягали. Я не уверен в том, что я смогу потянуть, я не уверен в том, что я смогу выдержать вот эту ношу, да, здесь либо какие-то другие цели. Давайте посмотрим, почему же он закрывается-то. Во-первых, есть моменты, которые он хочет от вас скрыть, и он боится того, что вы узнаете вот какие-то моменты, которые он скрывает, и ему важно, вот знаете, вот как-то дождаться определенного момента, чтобы он был в ресурсе, чтобы он сумел вырулить эту ситуацию без потерь. Выйдет ли он на связь? Да, однозначно выйдет на связь, он очень этого ждет, он очень хочет. Здесь вот именно расстояние у многих. Причем кто-то уехал именно в отпуск, в теплые края. Но по восьмерке кубков очень часто люди возвращаются. Здесь либо сейчас человек в отпуске, либо чуть позже он может собираться в это путешествие, в теплые края, либо еще куда-то, но на связь обязательно он выйдет. И такое ощущение, что вот выйдет на связь, что-то скажет, опять же куда-то уйдет, но потом все равно вернется. Вас он не оставит. И что же скажет он, когда придет? А то, что ограничен в возможностях, вот почему и идет здесь состояние таких хаотичных отношений, да, когда нет четкой структуры, потому что здесь есть какие-то обязательства, которые ограничивают его в возможностях. Здесь он может предложить вам либо понаблюдать за тем, как будут развиваться ваши отношения, вот именно в том формате, в котором он может вам предложить взаимодействие, либо объяснить, что он связан какими-то обязательствами, которые являются вот именно камнем преткновения для того, чтобы ваши отношения развивались полноценно, полноправно. Здесь вот именно будет что-то легкое, здесь будет что-то такое, что не имеет четкой структуры. Много из того, что он будет говорить, правдой не будет являться. Вот половина льет в уши, потому что ему важно вот эту вот ложь вот как-то. А почему скрывает-то? Что он так боится? Хочет выйти сухим из воды.
Смотрите, вероятнее всего, у него сейчас идет взаимодействие с какой-то женской фигурой, которую он не рассматривает серьезно, и вот это взаимодействие, оно рано или поздно закончится. Это вот верховная жрица, тайная женщина, женщина, которую серьезно не рассматривают. Это, знаете, вот именно для бесед по душам, для какого-то такого времяпрепровождения, которое потом не может продолжаться. И здесь закончится это общение, и, судя по всему, вот сейчас ему важно, чтобы вы не узнали о том, что это общение есть и какой формат оно носит. Потому что он понимает, что если все раскроется, вы можете как-то воспринять это таким образом, что ему будет невыгодно, и он не сможет вырулить ситуацию. Он просто пока не дозрел до серьезных отношений, поэтому он старается вот именно брать сейчас от жизни все. И от взаимодействия с этой верховной жрицей он не может пока отказаться. Поэтому пока это взаимодействие у него с ней будет продолжаться, он будет сохранять вот такое двойственное поведение. Как только закончится его общение, а оно закончится, оно обязательно закончится, оно продолжаться не может, здесь будет такое, что ваши отношения, они войдут в более такое тесное русло, в более продуктивное и четкое. Но все равно он здесь конкретики не дает. И такое ощущение, что эта мадам, она так просто от него не отстанет, она будет фонить, действительно так. Но человек в любом случае поедет. Появится. Будет, конечно, врать, сочинять, но появиться появится. На отношения готов, но отношения пока легкие и несерьезные, когда никто никому ничего не должен. Вот такой вот хитрый товарищ из двоечек. Итак, благодарю двоечек за просмотр. Идем к третьей позиции. Выйдет ли он на связь и что скажет? Так, что между вами сейчас? Почему эта пауза? А здесь прям конфликт. Здесь, скорее всего, либо ссора была, либо претензии. Причем претензии очень часто на почве ревности. Идет состояние неопределенности. Здесь, знаете, такое ощущение, что ревность, либо претензии стали причиной того, что повисло неловкое молчание. И нужно решить, как быть дальше. То ли идти вместе, то ли идти уже врозь, но больше склоняетесь в сторону того, и вы, и он, что нужно идти вот дальше вместе. Но дело в том, что дров-то наломали, хочется-то дальше идти в позиции победителя, нужно как-то идти на компромисс, а все же гордые. И вот здесь загнали сами себя в такое положение, что вот один перед другим, да, вы перед ним, он перед вами, и сделать шаги навстречу достаточно как-то сложно. И что же он думает по поводу вас, вашей ситуации? Терять не хочет ни в коем случае. Не отпустит, держит руку на пульсе. И готов, нужно сказать, что исправлять свои ошибки, вкладываться в отношения однозначно. Он готов уже идти на примирение. Он прям, знаете, такое ощущение, что гордость гордостью, но терять не хочет. И обязательно обдумывает вот те шаги, с которыми к вам можно прийти. Причем здесь и заботиться готов, и работать готов, и уступать готов, и подарки дарить готов. Прям вот все готов, все. То, что хотите. А выйдет ли на связь, раз готов такой молодец? Пока не знает, как выйти. Пока ничего его не устраивает. Возможно, либо сейчас в поездке, либо собирается в какую-то поездку. И еще у многих здесь может отыгрываться такое, что на горизонте маячит, вот здесь фигурную карту я не вижу, карту соперницы, но обычно она не выходит тогда, когда соперница ничего из себя не представляет. Но здесь у многих может отыграться то, что увлечен пока какими-то другими отношениями, но выйти на связь он хочет. Он прям вот... Да, здесь его сбивает с толку. Борьба, соперничество. Сбивает с толку та мадам, которая маячит, но здесь однозначно будет восстановление отношений. Да, вот она, вот только-только вышла эта женская фигура. Прям такое ощущение, что вот он хочет уже. Он уже сравнил вас и вот эту барышню. Возможно, даже из-за нее и был этот цербор. Он сравнил, он понял, что вы лучше, и он уже готов
идти, выходить навстречу к вам, да, делать вот этот шаг, но она ему прям мешает. Она прям взяла его за горло, эта жезловая королева, и куда ни сунься, она везде прям вот такое ощущение, что преграждает ему путь. Поэтому ему важно ускользнуть сейчас из ее цепких щупалец, потому что он хочет действительно. Единственное, что да, может долго собираться, потому что пентакливый рыцарь, он такой достаточно медлительный. Тут еще вот эта вот мадам мешает. Вы ждите, он придет, но она ему серьезно мешает. Он уже понял, что с вами ему лучше и нужно ему быть с вами. А что же скажет, когда придет? То, что вы пара, то, что вы нужны друг другу, то, что ему без вас никак, и про семью, возможно, разговоры будут, десятка пентаклей. И, прекрасная третья позиция скажет о том, что он хочет стабильности, король пентаклей, готов заботиться, будут разговоры о семье, у кого-то о совместном проживании. Основой всего будет то, что вы вот именно понимаете то, что нужно друг другу. Он чувствует вас, вы чувствуете его. И вот именно такой ваш союз, он является основой процветания, основой для создания счастливой семьи. Рядом с вами он чувствует себя, вот знаете, настоящим мужчиной, поэтому подождите, здесь вот эта мадам воду мутит, но как только она немножко ослабит хватку, он выскользнет ее из ее щупалец и обязательно придет, причем придет с самыми-самыми лучшими разговорами к вам, и разговоры будут вот именно о семье. Благодарю троечек, благодарю всех за просмотр, благодарна за обратную связь вашу, за то, как отыгрываются у вас общие расклады. До встречи в новых видео!